Пандара реально хорошо исполнил. Мне также понравились игры команды No Pangolier. Ну, это светлые пятна в сегодняшнем дне, я бы сказал так. Немного расстроили Кейпи. Кейпи, господи, Кейпи — это игрок команды Ниды в прошлом. Кейпи расстроили очень сильно. Бон Севену явно нужно поиграть чуть больше. Странные в целом мувы, то есть они как бы понимают, что победа уже у них в кармане, но решили почему-то сыграть через момент какого-то там слишком наглого исполнения. Ну и плюс вот четвертая серия тоже была хороша, это Пангольеры были с спиритами вроде как, и получается там такая вот весьма равная битва, но при этом вот в конце такая был как бы уже доминация от команды в плане опыта, но вот такая... Близком все было, вот до 30 минут, это было хорошо. Я скажу, что мне просто группа Б нравится своими командами гораздо больше, чем группа А, плюс я фанат Пангольеров Тюревеги, поэтому я был в восторге, мне понравилось. Если бы даже сделали наоборот, поменяли игры местами в том плане, что самые сочные игры были под конец дня, было бы вообще здорово. Эта группа, как по мне, сильнее, но тоже есть какие-то явные аутсайдеры. То есть там были Хипоманьяки, здесь Кайпи. И откровенно смотрите... Игры этих команд не настолько интересно, и получается как-то однокритичные как бы встречи. А сегодня Кайпи у нас 3 игры играла. Соответственно, из 5 у нас 3 игры были, в принципе, очень предсказуемые. Team Spirit и Пангольеров реально интересно было глянуть. Как они там, нестандартный выбор героев, довольно-таки агрессивная, уверенная игра от обоих коллективов. А что вы скажете по этому поводу? I'm feeling thank you. Thank you. Bye-bye.